Андрей Усачев, «Колыбельная для дракоши». В один мезозойский погожий денек в семействе драконов родился сынок, ужасно пригожий дракошка. Вот только капризный немножко. Дракоша никак не хотел засыпать. Полночи с дракошей промучилась мать, качала малютку, качала и нежно над люлькой рычала. «Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай!» Ревела мамаша, как буря в грозу, а сна у сынка ни в едином глазу. От этого дикого рыка малютка зашелся от крика. Средь ночи проснулся взбешенный отец. «Когда ж ты, дракоша, уснешь, наконец?» Родители у колыбели протяжно вдвоем заревели. «Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай!» Мамаша рычит и папаша рычит. Дракоша от страха сильнее кричит. Ревела семейка так жутко. Описался бедный малютка. Что делать? Собрался семейный совет. Примчались из Азии бабка и дед, а следом 14 теток. Завыли в 14 глоток. «Баю-бай! Баю-бай! Спи, дракоша, засыпай!» Младенец тоскует, младенец вопит. Вся Африка четверо суток не спит. И вот убаюкивать чадо притопало целое стадо. Ревели чудовища ночи и дни, и вымерли в Африке скоро они. Лишь рожки остались до ножки, да песня для крошки-дракошки. «Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай!»